Ни дня без аварии. Сегодня утром в Барнауле на улице Кутузова в ленточном бару произошло ДТП. По словам очевидцев, столкнулись Honda CR-V и автомобиль отечественного автопрома. В итоге Honda оказалась в лесу за пределами проезжей части. К счастью, в аварии никто не пострадал. А вот минувшим вечером все закончилось гораздо печальнее. Как сообщили в ГИБДД в 21.20 на Новом мосту, 52-летний мужчина, управляя мотоциклом Honda, наехал на стальное ограждение. От полученных травм он скончался на месте. Полицейские выясняют, что стало причиной происшествия. Между тем, очевидцы утверждают, что мотоциклист не справился с управлением при обгоне автобуса.